просто дождись. Улетел, как туз, жалкий мусор. Больше не надо. Виски, деньги, два ствола, лайфстайл, прошлое канул. И так бывает, жизнь трудная, ну, за каждый, да. Что сэмпер не ошибается дважды. Вдвоем мы ждали, когда же прошлое станет забыто. Вперед не уедешь, смотря лишь в зеркало заднего вида. Ты меня понимаешь и поддержишь, не понимаешь, так как прежде. Те, на кого пали все надежды, за это знаешь, спасибо. Когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я вновь дышать могу, и я становится раем. Просто когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я гибну. Вы, кстати, знаете, что у меня на канале есть туториал, как это играть? Когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я вновь дышать могу, и я становится раем. Просто когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я гибну лишь от мысли, что я это все потеряю. Точка. Клочка. Нечто более крупное. Нечто более стойкое, нечто более крупное. Попутный ветер, нет, все против нас. Но мы идем на сплетенный колких фраз. Роли, мозги, эти горе, сказки. Про то, что с тобой у нас любовь на час. И мы не понимаем весь этот мир, на что. Кровати, четыре стены, на что. Но страсть горяча, будто лишь день знакомый. Ты будущая мать моих детей, запомни. Везде эти лица панически хмурые. Ведь мы подходим друг к другу на генетическом уровне. Когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, когда мы взлетаем, я вновь дышать могу, становится раем. Просто когда мы взлетаем. Я не устала, я могу еще найти минус под рэп и чем-нибудь зачитать. О, господи. Кей-поп го? Ой, это сложно, это сложно. Го под фару. Ой, даже не знаю, кто это. На видео это совсем другая. Ну да. Минус под лирический рэп. Громко. Про кого? Пишите быстрее. Спел его? А что не говорить, прокладка есть, прокладка. Ну да. Про Свету. Света Скворцова, моя подруга, она мне как вторая мамка. Я говорила раньше, она мне лучше друга. Она моя девушка, я вам говорю по секрету, никому не говорите, пожалуйста. Да, она мне изменяет, но я прощаю. И каждый раз я просто запиваю чаем. Такое горе невыносимо. Боже, прости и прости ее сына. Да, у нее внебрачный сын, я просто в шоке. Как она так нагуляла. Проскоки она родила, я не заметила. И как это все было, она это скрыла, от меня это скрыла. Серьезно, я не знаю, кто такой скрипт, ну, как бы я слышала. Paramount представляет. Все. Давай все, билеты на концерт. Кстати, вы знаете, что на английском инициалы Милена Чижова это красный син. Это просто мое призвание. Свергон над вами. Что? Чижова, айо. Напишите о чем. Нет, Спилберг, это неинтересно. Ислам? Очень серьезно. Ислам, я его взорву. Хлам. Ладно, не смешно. У кого еще остались бесы? Выпускай свой альбом. Про чего? Про любовь? Нет. Ну давайте что-нибудь серьезно. Чего вы мне фигню пишете? Под что-нибудь русское народное называется? Тихо!
Йоу-йоу, МС Чужого, я с вами снова, я вам не какая-либо корова. Этот рэп будет такой, чисто сладенький. Ну вот так, чтобы расслабиться, с вами вы же мои парень. Я вас люблю, а вы меня, я знаю, тоже. Вы просто зайки мои, побегайте. И сейчас я вам зачитаю такой небольшой рэпак. Надеюсь, я не попаду как хаманского колпак. Ох, этот идиотина меня так раздражает. Он ест мясо и веганов обижает. Да мы ему вот так ставим, когда будем в Питере. Ты готов, мудила? Но тогда по... Не перебивай меня, святуля. Я сейчас на серьезной ноте, а ты меня сбила опять. Вот и рифма от меня убежала. Но сейчас муза принесет чаю, и все начну сначала. Начну сначала читать вот... Читать вам супер крутой рэп, могу себе позволить. Это мой концерт, мой личный концерт, и больше здесь никого. Читаю, что хочу, и всех обзываю, да, могу себе позволить. МС Чужого, айо, айо. Да, я не живу, я серьезно, как айсберг в океане. И вы не понимаете, вы не болели в Ане. Вы сидите в ванне, нет, вы не знаете, что это, когда я вам скажу. Вам спатеньки пора. МС Чужого сегодня просто бомбит. Но это круто, такого не видел еще ни один бомбит. Потому что Игорю привет, я не знаю, почему это, но просто это типа такой привет. Всем привет, я вас люблю, я Милена Чужого, запомните. Эта фамилия будет звучать в ваших ушах еще очень долго. Потом концерты, на которые, конечно же, пойдете. Этот бит в ваших ушах, он сможет, не остановится. Вы будете его слышать. Сами вырубитесь. Все, вы меня бесите. Я уже столько моему стоим с клинами продумала. Чижик, пыжик, где ты был на фонтанке? Шла. Сейчас будет. Чижик, пыжик, где ты шлялся? В гаражах фалафель встретил, кушал. Очень вкусно, между прочим, очень вкусно. Мясоедам привет, вы идете нафиг. Вы идете нафиг, потому что мы круче. Потому что мы умнее и вас лучше. Вы пьете пиво, ну окей, продолжайте. Потому что печень станет и будет потом плохо. Пять ритм от меня уходит, да, бывает. Но я фристайлю, вы это не забывайте. Грозный круче? Нет, я круче. Хотя я не знаю, кто это, но я все равно лучше. Чечня рулит, айо-айо. Слушайте, ребят, вы меня не обижаете. Вы что-то раскудахтали здесь. Хотя, несите чай для нас. Потому что мы крутые, лампа моя мяса, да. Тогда чмур-мур. Я вам отвечаю, зачитаю вам кучу любого чая. Кофе и чай, это наши друзья. Милена Чижова, йоу, Светлана Скворцова, мой брат. Мой брат и девушка одновременно, и внебрачный сын. Я как вспомню, сразу плачу. Аладдин, Аллах, за что мне это? Просто помоги. Я и узнала об этом недавно, она смеется, здесь лежит. Девушка мне изменяет, что мне делать, я не знаю, помогите мне. Йоу-йоу, вот пока, все, хватит. Я устала, все правда. Это слишком сложно. Ненавиди. Ты меня мне на курице дороги. Ты соберешь полышкой крокус. Спасибо. Иди проспись. Спасибо. Оксимирон отдыхает. Про грешников ничего не стало говорить. Все достаточно. Да все, все, я уже устала. Спасибо, что смотрели, что лайкали. С вами была МС Чижова, йоу! Как вам такой это образ? Я сейчас пересмотрю трансу и решу, удалять или нет, потому что мне кажется, это опасно. Света говорит, не надо удалять. А ведь за это можно отхватать. И это будет очень неприятно. Уже отхватили, вам сфотографировать. Никто еще ничего не знает. Да, конечно. Со Светой теперь только буду ездить в Питер, скрываться за ее широкой спиной. Она будет горой за мной, потому что я чужой. Я горой за тобой.
извини, залей ты на Ютуб. На второй канал залей. Вы серьезно? Что там с Ларином? Все отлично. Сохрани хотя бы грустно. Вы запомнили, что было? Я уже 9 билетов продала по 700. На второй канал. Сколько детей с Ларином? Нет, мы терпеть не можем детей, никаких детей. Это вот это вот нагуляло, я в шоке. Прибываю до сих пор. Грустная была топ. Я уже не помню, что было грустно. Я помню, что было грустно. Когда Версус? Мой? Да. Да хоть завтра. Ну все, вылетает. Сейчас. Я и договорюсь. Я на это посмотрю, только я сама первая буду среди зрителей. Да. И ты будешь судить, чтобы было все честно, как да. На шоколадке. Как у него все. Да. Но вам понравилось? С Оксимироном потягайся. Милен, зайди его в группу свою потом. А что там? Что там? Не говорите, что что-то сняли. Кристина Си, я хочу спой. Я не знаю ничего про Кристину Си. Может, я вам просто спою какие-нибудь песенки, которые не могу знать. Какой-нибудь рэп. Какой я знаю рэп? Света, ты не знаешь случай? Рэп? Ну да, что-нибудь такое. Милен, я тебе покупаю. А я не знаю, чем-нибудь из рэпа. Типа, как когда мы взлетаем, только еще чем-нибудь такое. А, господи, я уже думала, вы видос выложили. Я тебе буму, да. Ладно. Ларин. Я надеюсь, меня никто не смотрел из блогера. Со мной все в порядке. Я просто такая в жизни. Я всегда, Свете, читаю свой речитатив, потому что он крут. Это вам не штатив. Мои рифмы бывают несколько абсурдными, но это делает меня уникальной. Вы ничего не понимаете. Я не знаю ничего из Black Star. Ну, хорош издеваться. Молодец, спасибо. Так я вообще-то сейчас в линзах. Гофараона, я не знаю, кто это успокоил себя. Уникальный, ага. Но вообще-то да. Нет, у меня нет парня. Но сейчас чем-нибудь найду вам. Блин, я не знаю, советуйте. Я чем-нибудь... Блин, что я из таких песен к тебе могла петь, Светуль? Вспоминай. Из русского? Ну да. Не вспоминаю. Слишком сложно. Ой-ой. Ну да, я не буду удалять, тогда канал Перископа это все зальет. Я уже точно никак это не уберу, но я сохраню себе на второй канал. И вот это будет инда. Здравствуйте, вы думаете, это все так пройдет? Что-то людей все меньше и меньше. Концерт окончен, люди расходятся, я так понимаю. Мне уже интересен ответ от Хованского. Цвет, мне неинтересно. Мне неинтересно. О, надо было сказать, что ты его изнасиловал в детстве.